Какое решение было вынесено судьей сегодня? Было вынесено решение о заключении под стражу на 2 месяца. Защита с этим не согласна, будем это обжаловать, считаем его необоснованным. Основания здесь такие, что суд не дал, во-первых, оценку обоснованности предъявленного обвинения, что обязан сделать в силу последних комментариев Конституционного суда. И второе, то, что не привел никаких оснований, невозможности избрания более мягкой меры пресечения, домашнего ареста или ограничения действий, с чем мы ходатайствуем. Будем обжаловаться.